Ну все, сейчас пойдем. Сейчас будет 20 градусов. Да, да, я взял рубашку последний момент. Больше всего... Ух ты! Та-та-та, вот, пошли, да, и Сашу снимем, и Наташу, да ничего, ничего, снимайся, что ты боишься, я вас еще сосчитаю. Ну, к счастью, это не всем дано. К несчастью. Ну, Лида. Без комментариев. Еще и лучше. Комментарии давать не надо. Не надо давать комментарии. Да. Вот она, страсть. Страсть к путешествиям. Да, я на вас этот самый видео снимаю вам. Вот это вот сейчас. Сейчас вот она картинка, да. Ой, люди там и ходят. А мы сэкономили 50 евро. Потому что пришли за 5 минут до закрытия. Да. Теперь не идем. Нет, он там впереди. Сила, дорога вполне.
Несложная дорожка, несложная. Так идти, идти можно. Да. Дождик нас немножко намочил. Но нам осталось 3 километра. Даже пушку надели. Ну, больше, чем грело. Вот как нам повезло, что мы тут живем в таком замке шикарном. Вот такой вот огромный парк вокруг. Вот. Вот у нас тут. Какой-то это специальный. Ну да. Это летом, я думаю, все работает. Это ж кино, да. До встречи, до встречи, да. Хорошо, пока. А может и наоборот. Вот такие вот в туре памятники. Страшно, чтобы ночью он еще будет освещен ночью, да. Это ливанский кедр, посаженный в 1804 году. Раньше здесь жил архиепископ. Вот этот ливанский кедр. Вот архиепископ. А сейчас здесь музей прекрасных искусств.